Всем доброго времени суток. По неоднократным вопросам относительно моих инструментов к рисункам, я решила сделать емкий короткий гайд по самым используемым. Карандаш – это основа любого рисунка, поэтому его выбор – очень важный момент. Я предпочитаю карандаши твердости B или M, B2 или M2 и редкаш B. И B5, B8 в особых случаях, например, для работы с краской. Также у меня есть карандаши акварельные и сангиновые основы, которые удобно использовать для набросков. Тушь обычная черная, но на деле нет, для чертежных работ. Кисти у меня и синтетики, их номера 2 и 3, но для заливки больших площадей я использую мягкую белку. Фирму маркеров я даже вам сказать не смогу, так как заказывала их с AliExpress. Но их цвета и яркость меня вполне устраивали, так что в ближайшее время, я думаю, закажу еще одну палитру с более пастельными цветами. Цветные карандаши я использую как дополнение к маркерам или акварели. Ими проще создавать переходы цвета и смешивать оттенки. Из красок я чаще всего использую акрил. Люблю его текстуру и универсальность. Ну и, конечно же, черные ручки и линеры. Вот, в общем-то, и все секреты, если таковые были. А какие инструменты в рисовании используете вы чаще всего? Напишите обязательно об этом в комментариях. А сейчас спасибо за твой просмотр. Вдохновляйся и до скорого!